Всем привет! У нас в наличии Kawasaki Ninja 650 2018 года. Двухцилиндровый рядный двигатель объемом 650 кубических сантиметров. Шестиступенчатая коробка передач. Цепной привод. Защитная клетка Crazy Iron. Тормозная система Nissin. Пробег 14 448 км. Kawasaki Ninja 650 – это легкое управление и надежный мотоцикл. Он уже доступен к тест-драйву. А также я напоминаю, что этот и остальные наши мотоциклы у нас можно платить частями. Для этого пишите нам личные сообщения.